новые апарты на Фукуоке. Сейчас покажу красоту. Басик такой. Нормальный, большой. Тут море метров 500. Ну, в смысле, до моря метров 500, а не все море метров 500. И my room. Забыл ключи в мопеде, пришлось возвращаться. Сейчас покажу. Сек. Окошко панорамное. Я уже ключ вставил. Вещи занес, если что. Кроссы тут мои. Такая комнатуха. У меня тут кровать еще одна есть. One more bed. Если кто-то хочет в гости на уикенд, приезжайте. Поселю по-царски. Та-дам! Ванна есть, свой туалет, все как обычно, по фэншую. Это, в принципе, все мои вещи. Мой портфель, с которым я езжу уже 10 месяцев. Это джинсики. И укулелька моя. Так вот на жизнь зарабатываю. Играю в переходах. Вид из окна. В общем, нормально. Сейчас еще кое-что покажу здесь. Помимо олимпийского бассейна, есть еще олимпийский зал. Написано Gym Area, в котором олимпийская сборная по Вьетнаму тренируется по тяжелой атлетике. Ну, вот тут у нас дичь можно зажарить в виде овощей. И барабанная дробь. Бильярд, футбик. Вот здесь вот вьетнамская сборная по футболу тренируется. И вот тренажерный зал олимпийской сборной. Теперь тут буду тренироваться я. Сейчас закатим первый шар в этом году. Давай, Богдан, покажи, на что ты способен. Все, погнали. Год будет залетным. Ну, в смысле, зачетным. Залетит зачетно. Оп-оп-оп, на дурака не пошел. Все, конец связи. Сейчас иду, подхвачу друзей. Русского парню Дима и его жену филиппинку Найви. И помчимся встречать закат на пляже. Недалеко от меня тоже такой тихий резорт. Нормальный, с басиком. Тут даже более уединенно. Секреты вьетнамской кухни. Второй пошел. Завтрак скоро будет готов. Сейчас рецепт у чувака посмотрим и станем рядом. Файт! Блогеры такие облетели все. Поехал утром за тофу. Уже четвертый день опаздываю, не успеваю на тофу. Зато прихватил с собой... Два таких, как Кассандра. Братики, 35 гривен за два. Нормально, жить можно. Еще раз покажу. На всякий.
раз ловлю себя уже на одной и той же ловушке. Еду на базар, покупаю кучу продуктов, чтобы готовить. Приезжаю домой, думаю, все, приготовлю то, все, тофу замариную, пожарю, обжарю, заваляю там в панировке. Вот. Потом ложу продукты в холодильник и такой, так, ну, это я сделаю, наверное, на обед или на ужин, а сейчас поеду в кафе. Вот. Или поеду куплю кокос, или поеду куплю какой-то из фруктов. Вот. Еду, покупаю, хаваю. Потом в обед думаю, блин, не успел приготовить, уже пора кушать, может, опять в кафе. И вот так вот езжу в кафешку, пока овощи не начнут уже в холодильнике доходить по чуть-чуть до своего финала, и потом я их уже... А я ловил себя на таком. Приехали гастролить на юг острова, на разведку, вот в такой вот городок. Там Дима позирует. Привет, Дима. Озер. Надя тоже что-то рассказывает. Красиво, как дома, как в Одессе. Маленькая Италия. Да-да-да-да, это бамба. Where is my money? И водочка большая. Где мы, в Анапе? Добро пожаловать в город-курорт. Здесь вы можете сидеть, здесь ходить, там купаться. Самая красивая мелодия души. Так, понеслась. Самая красивая мелодия понеслась. Та, что идет от души. Психоделика. Моя душа поет психоделик. Стоит только слушаться. Ну, нужно понимать просто. Тут, ну, так сразу нельзя вот зайти в это и... Нужно понимать. Нельзя так сразу зайти, чтобы выйти. Ну просто, если не понимаешь, быстро выйдешь. Ну а так, чтобы зайти и остаться. Если вы не коричневый, то так нельзя просто зайти и выйти. Приехали на восточный пляж, тут прям волны, ветер, все для кайтсерфинга. Погодка супер.
солнце светит, вода бирюзовая. Я проверил сегодня свой байк за 800 тысяч. Едет нормально, но амортизаторов тупо нету. Где-то их забыли положить. Где-то наложили. Цвета супер. Один лежак где-то примерно 90 гривен стоит. Вот, вот цена как написано. Может быть чуть дороже. Сзади ребята-блогеры уже вещают для своих фолловеров. Я тут для своего начального канала. Короче, там парковочка есть централизованная, бесплатная, что очень-очень редко. Нам обычно хотя бы 2 донга, но возьму. Ну, здесь так, нормально. Пойдем посмотрим вовнутрь. Я здесь уже был, конечно, в феврале 11 месяцев назад. Но я люблю пагоды. Пойдем посмотрим еще раз, заодно видосики сниму, покажу. И как я, которые пришли в пагоду в шортах, здесь есть при входе вот такие вот юбки, поэтому можно не стесняться, одевайтесь и модным идти в пагоду. По стилю юбки, на юбках вот такие вот застежки не держат, поэтому я все позаправлял свою одежду, заправил в шорты, заправил в футболку, и теперь как монах. Голову не печет? Не, нормально. Я вцепилась, святым голову не печет. Нави вон припекло уже. Уже припекло?
Я, в общем, в пагоду такой на стиле, весь лысый, по дресс-коду, по полностью по дресс-коду, даже с юбкой. И монах растерялся, сразу подбежал, не понял, я свой, не свой, надо мне кланяться, не надо. Нет, в общем, почувствовал, что он теряет авторитет. Мне вот интересно, ну, есть какая-то фигня, которую они могут определить, типа, ты на правое плечо положил это или на левое? Значит, как они определяют, реальный монах или нет? Какие-то детали наверняка. Не знаю, может где-то должна быть лейба такая или татуировка. Ну или хотя бы не должно быть хотя бы очков для плавания. Я подводный монах. Ребята, хотите сувениры посмотреть? Тут можно такое же купить, если что. Я сегодня на чили. У нас есть в сувенирной лавке вон такие же одежки. Много разных бут. Очень приятный запах. Ду-ду-ду, палочки. Всякие статуэточки. Люблю таких котов. Я еще в Сапе себе покупал сувенир. Купил там классного быка вьетнамского такого, покажу потом разноцветного. А вообще первый сувенир купил себе еще в Сайгоне тогда. Для племянницы, для мамы бамбуковые палочки для еды китайские с принтом панды. Вот, и вожу эти палочки с собой уже 11 месяцев. О, что мне опять глаз покраснел. Вожу эти палочки с собой уже 11 месяцев. И никак не доберусь, собственно, домой, поэтому сувениров уже не покупаю. Они у меня просто остаются в портфеле. Еще там пальмовое кокосовое масло тоже с собой брал. Уже сам использую. Это со своими блогерами, этими фолловерами. Я тоже попрощаюсь. Пока-пока. Мы закончили осмотр пагоды. Интересное место на Фукуоке. Изредка сюда можно приезжать, помолиться, очиститься. Вот. А сейчас приехали в кафе. Тут интересное такое меню, как, в принципе, во всем Вьетнаме. Все блюда с ценами написаны просто на столбах, на стенах. И ты ходишь, читаешь стены и выбираешь. Вот тут, короче, просто рис. 30 тысяч, 50 тысяч с морепродуктами, с курицей. В основном все до 50 тысяч. Порции вроде бы нормальные. Сейчас затестим, попробуем. Я взял вот эту шнягу. Рис с морепродуктами и овощами. Сегодня первый день за последние 7 лет, когда я могу официально сказать, что сейчас я буду синячить, жестко синячить. Взял свой синий чай, приехал к ребятам в гости,
Сейчас будем синячить, пока не будем в хлам. А? Я уже под синькой. Ну, ребята уже под фиолеткой. Прикольная штука. Добавляешь лайм в этот чай синий, он встает фиолетовый, сразу же меняет цвет. Вот так вот. Так что поехали. Все, запомните меня таким. Завтра утро завтрашнее будет тяжелое.